Oregon Scientific is appearing at this year's DCC CIS. Could you tell us a little bit about Oregon Scientific and the company background? Меня зовут Елена Серебренникова. Я генеральный менеджер компании Oregon Scientific в России. Компания Oregon Scientific – это глобальная компания, которая находится в 35 странах мира и с 2005 года в России. What operations does Oregon Scientific have in Russia and the CIS region? Мы работаем в России с большими дистрибьюторами и с крупными ритейлерами и со всеми регионами России. Why is Oregon Scientific attending DCC CIS? What do you hope to achieve? Нам было сделано предложение со стороны компании DCC. В этом году в выставке участвуют не только компьютерные компании, но и компании, работающие на рынке бытовой электроники. И наше участие – это признак того, что рынок в России развивается быстрыми темпами. And what consumers are Oregon Scientific's products actually aimed at? Наш товар могут покупать все люди в нашей стране. Это и взрослые люди, и дети, и женщины, и мужчины. И мы надеемся, что все товары Oregon Scientific станут любимыми для российского потребителя. Thank you very much. Thank you. Спасибо вам.